Знаете, систему поломать невозможно. Можно, как говорят, если ты не можешь сопротивляться чему-то, возглавь это. Поэтому у нас есть традиция в России, вот эти майские праздники, Новый год, да, мы можем сколько угодно выступать против, бороться. Мне кажется, то, что правительство сделало все это выходными, оно правильно сделало. Не можешь сопротивляться, возглавь. Поэтому, раз уж есть такая традиция, нужно отдохнуть по полной. Другое дело, что некоторые люди, у них этот Новый год начинается там с Рождества по католическому стилю, заканчивается Старым Новым годом, и после этого еще 2 месяца они приходят в себя. Это просто русское разгильдяйство, которое есть у некоторых, но не у всех. Поэтому я желаю вам, чтобы вы были человеком, который привержен к себе, чтобы вы хорошо отдохнули на Новом году и в Новый год, уже после 13 января, вступили с новой энергией и силами для новых достижений. Дмитрий Семин.